И пропадает страх, знаете. Пропал. Так и не было его. И волнения никакого. Чего волноваться-то? Все четко. Обо мне мой ангел-хранитель заботится. Я вообще себя комфортно чувствую. Вообще заебись. 3 часа до поезда. Я пришла сюда за 5 часов до поезда. Нафига так рано? Не знаю. Получилось так. Не могла я больше там сидеть. Все-таки квартира хуевая была. Не хочу туда больше возвращаться. Ой, за мной палят. Пойду погуляю немножко.